с 9 по 12 апреля в экспоцентре на Красной Пресне во второй раз с успехом прошла выставка «Дом и сад» Moscow Garden Show. Хотя проект сравнительно новый, он быстро набирает обороты и завоевывает популярность. Впервые в России появилась площадка, где встречаются ландшафтные архитекторы и дизайнеры, производители садовой мебели, техники и инструмента, закупщики, а также конечный потребитель. Участники и гости приезжают не только из Москвы, но и из регионов ближнего и дальнего зарубежья. Каждому есть что показать и на что посмотреть. Генеральным спонсором выставки в 2009 году выступила английская компания Westminster Tick, производитель мебели для сада. Значимость выставки для продвижения ландшафтной культуры оценили на самом высоком уровне. Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Департамент природопользования Москвы, Москомархитектура, Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии и другие серьезные организации. Здесь в рамках одной выставки фактически 4 выставки. И, конечно, особенно жители мегаполиса сегодня предпочитают жить за городом. И эта выставка во многом решает и социальный вопрос, то есть улучшение жизни и быта наших людей, что является само по себе очень важным. Общая площадь экспозиции составила 4000 квадратных метров. Количество экспонентов – 77 компаний, среди них 9 иностранных. О популярности проекта свидетельствует и количество посетителей. 21 800 гостей пришли познакомиться с экспозицией. Организаторы выставки, медиа-выставочный холдинг, красивые дома пресс, World Expo Group смогли выйти за рамки привычного понимания сада и реализовать европейскую модель, в которой сад – логическое продолжение дома. Данной теме были посвящены и мастер-классы знаменитого английского садовника Дэвида Домани. Они стали частью программы второй международной конференции «Современные тенденции в ландшафтном дизайне». Знаменитый английский садовник назвал выставку в Москве «Маленькой Челси». Центральным событием выставки стал конкурс «Мода на ландшафт». Тема 2009 года – «Сад для звезды». Ландшафтные архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары за 3 дня создали удивительные по красоте мини-версии садов. Всего на выставке было представлено 24 работы, которые оценивали профессиональное жюри и звезды шоу-бизнеса. Ярким дополнением зрелищной программы выставки стали мастер-классы, организованные при поддержке Ассоциации российских флористов. В этом году специалисты отрасли отметили качественный виток в развитии выставки. Стенды стали интереснее, предложения разнообразнее. Увеличилось число иностранных экспонентов, расширилась география участников. Среди них компании с мировым именем – Александр Роуз, Westminster, Moonlight. Да, безусловно, мы представляем на этой выставке много новой продукции. Прежде всего, это плавающие светильники, новая гамма цветов для наших светильников, новые аудиосопровождения и множество других интересных новинок и технологий, в том числе для дневного освещения. И, конечно, нашу линию Art Collection. Выставка «Дом и сад» Moscow Garden Show первая в России заявила тему «Садовая мебель». Если в Европе комфортная садовая мебель – важная составляющая полноценного отдыха в саду, то для российского рынка это принципиально новое явление. В этом году выставка стала еще более профессиональной, чем в прошлом году. Мы очень внимательно следим за деятельностью этой выставки и рады отметить очень высокий качественный состав посетителей. Мы очень рады быть долгосрочными партнерами холдинга «Красивые дома» World Expo Group. Еще одна несомненная удача организаторов проекта – проведение на одной площадке 4 профильных выставок. Салон каминов, аквасалон, wellness and spa, бассейны и сауны, деревянный дом и дом и сад, Moscow Garden Show, дополняющих друг друга тематически. В 2010 году выставка «Дом и сад» Moscow Garden Show состоится с 10 по 13 марта в МВЦ «Крокус Экспо». Организатор, медиа-выставочный холдинг «Красивые дома пресс» World Expo Group приглашает принять участие в главном событии ландшафтной индустрии в России.